Всем привет! Ловите очередной топ товаров с AliExpress, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Это одна из самых крутых настольных ламп, что я видел. Выполнена из старых мотоциклетных или тракторных ламп, оснащена двумя мощными LED-источниками света, обладающая формой робота в позе супергероя с высотой 46 см. Она способна легко осветить всю комнату. А еще лампу можно использовать в качестве подставки для наушников, смартфона и планшета. The Lampster оснащен вращающейся на 360 по горизонтали и на 120 градусов по вертикали головой и парой могучих светодиодов, рассчитанных на 40 тысяч часов работы. Scout от Morabot – это небольшой мобильный робот на колесах, который может успешно заменить веб-камеру, камеры наблюдения и сигнализацию. Основное назначение этого устройства – патрулирование дома. Четыре крупных колеса позволяют ему преодолевать небольшие изменения высоты пола. Но Scout не предназначен для высоких порогов, ступенек и неровных дорог, поэтому он оптимален для использования внутри помещения. Модель оснащена 2-мегапиксельной камерой с матрицей CMOS в широкоугольном формате и разрешением 1080 пикселей, что дает нам возможность получать видео высокого качества, а функция ночного видения делает возможной съемку даже в полной темноте. Нарезать фрукты и овощи – это на первый взгляд простой, но на самом деле довольно опасный процесс. Уверен, что среди тех, кто готовит каждый день, не один раз был случай, когда он или она резались из-за невнимательности. Так вот, чтобы такого не было вообще никогда, можно использовать подобный механизм. Он относительно компактен и, что самое главное, полностью безопасен. А это та самая штука, которая как никогда будет актуальна для всех людей, которые принимают таблетки в определенное время суток. Для соблюдения расписания более не придется рассчитывать на будильник, смартфон или заметки, ведь у вас под рукой будет вот такая пирамидка из площадок с каждым днем недели. Внутри каждой из них в свою очередь есть надписи «Утро», «День» и «Вечер», что сильно помогает ориентироваться. Любите поприкалываться и порой хотите буквально закрыться от всего мира? Что ж, если так, то хотя бы делайте это красиво и со вкусом. Например, для этого подойдет вот такая шапка-бургер, которую можно надеть на голову или подложить под пятую точку, используя как подушку. Не переживайте, мешать дышать она не будет, идеальная форма, разработанная лучшими учеными мира, этого просто не позволит. Ну а если серьезно, то подушка действительно забавная, может кому и пригодится. Безусловно, все, у кого есть дети, их любят и просто обожают проводить с ними свое время, но как бы то ни было, уследить за каждым малышом бывает проблематично. Тут-то на помощь приходит вот такое седло для папы. Это функциональное устройство полезно и для папы, и для крохи. Известно, что многие отцы предпочитают носить ребенка на плечах, однако в то же время они переживают, что непоседа из-за своей детской любопытности может свалиться. Чтобы такого не случилось, некоторые люди придумали вот такие крепления, которые удерживают малыша при помощи манжета. Все это крайне быстро устанавливается, совсем не мешает движению и в то же время сильно помогает, увеличивая безопасность прогулки в разы. А это ручной душ для биде. Он довольно просто устанавливается и сильно облегчает жизнь. Как минимум из-за того, что с его помощью становится в разы проще мыть туалет, смывать грязь или моющее средство. Во-вторых, это как ни крути душ для биде, а значит подмываться им тоже можно. Правда, это стоит делать более аккуратно, но вы и сами понимаете. Ну и в-третьих, у данной модели легкогнущийся и довольно длинный шнур, что позволяет пользоваться душем даже на расстоянии. Шейкеры – неотъемлемая часть жизни для каждого спортсмена. Они постоянно что-то там перемешивают, трясут, но вы знаете, о чем я. Так вот, оказывается, что те же самые шейкеры могут быть полезны и простым людям, как минимум для того, чтобы есть в них вкусные салаты. Внутри шейкера лежат листики, всякие вкусности, а вот тут в крышечке скрывается маленькая баночка, из которой можно вылить соус. Таким образом, ваш салат всегда будет свежим. А эта штуковина будет чем-то из разряда must-have для каждого офисного работника или того, кто сидит дома за компом. Во-первых, это удобная подставка для ручек, карандашей, ножниц и прочих канцелярских товаров. Во-вторых, что самое прикольное, ее можно подключить к компу, и она станет выступать посредником между нами и вами. Просто втыкаете сюда флешки или что-либо еще и не лезете вниз в порт USB на системнике. Это и время экономит, и силы, и просто делает работу куда более приятной и эстетичной.
Мыться вдвоем любят многие пары, но если вы когда-либо этим занимались, вы знаете, насколько это порой неприятный процесс. В том смысле, что пока один стоит под душем, второй вынужден мерзнуть. Так вот, для решения этой проблемы придумали вот такой механизм. Он делает именно то, о чем говорит его название. Позволяет двум людям купаться вместе, но независимо друг от друга. Эта штука поставляется в 4 цветах и не требует установки специалистами. Вам просто нужно поместить стержень в свою ванну и подключить его к воде. Вот и все. Это универсальный помощник на кухне, он позволяет без труда открывать любые банки или бутылки и также быстро и безопасно чистить фрукты и овощи. Плюс ко всему человек им никогда не порежется, а еще эта штука подойдет под любые размеры. Те, кто моет посуду собственными руками, не понаслышке знают, что иногда безумно трудно добраться до дна кружки, пролезть в узкую дырку баночки или сделать что-то вроде этого. Так вот, именно для этого можно использовать подобные мягкие мочалки. Они сочетают в себе сразу несколько вариантов для разных поверхностей, глубокой или широкой, узкой или длинной. Праздники – это то, что является неотъемлемой частью жизни, наверное, каждого человека на Земле. Но кому не нравится отдыхать, пребывать в компании друзей и наслаждаться вкусными напитками? К слову о напитках. Во время праздников люди частенько пьют вино, и именно для таких ценителей виноградного напитка я решил показать вот эту электрическую открывалку. Она мало того, что за считанные секунды справляется с задачей, так еще и имеет встроенную подсветку и другие удобные аксессуары. Подсветка в комнате создает чуть ли не всю главную атмосферу, именно поэтому крайне важно останавливать свой выбор на лучших ночниках. Вот этот, к примеру, идеально впишется в комнату человека, которому нравится тематика космоса. Ночник сделан в форме облачка, на котором отдыхает космонавт. Все очень прикольно подсвечивается и удобно управляется при помощи пульта. На очереди у нас умная сигнализация для дома под названием Corner. Для ее установки не требуется каких-либо определенных навыков или специальных квалификаций, а время установки ограничивается всего лишь 2 минутами. Так, например, достаточно наклеить специальные треугольные датчики метки в один из углов окон или дверей и вставить небольшую флешку в домашний Wi-Fi роутер. Затем необходимо установить специальное приложение на смартфон, которое и будет отслеживать любые изменения, происходящие с окном или дверью. Это умный регулятор яркости, который подключается к смартфону через Wi-Fi. Достаточно подключить устройство к домашней сети, и оно автоматически станет отдавать им приказания, которые вас будут устраивать. От регулирования яркости лампочки до включения или выключения подсветки в определенное время суток. Это крайне милый и полезный ночник, который не только выполняет главную функцию подсветки, но и может выступать в роли часов. Заряжается эта милота через USB кабель и показывает время, как только вы сконтактируете его с устройством. Кроме того, яркость ночника может регулироваться, для этого в устройство заложено несколько пресетов. Мозоли появляются у всех, кто часто ходит и делает это не в самой удобной обуви. И даже если эта неприятность коснулась вас, расстраиваться не стоит. Существует подобный гаджет, который с легкостью удаляет все мозоли в любых местах. Он работает без проводов, имеет приятную комплектацию и продается в 2 цветах. Скорость устройства тоже может быть отрегулирована. Увлажнитель воздуха многие могут посчитать бесполезным, но на деле это совсем не так. Он сильно помогает тем, кто чувствителен к окружающей среде, а также просто делает обстановку в комнате или даже квартире более легкой. Данное устройство оснащено 3 режимами управления, которые отличаются степенью интенсивности выхода пара. Если вода в резервуаре заканчивается, его очень легко наполнить заново через верхнюю крышку. Емкость резервуара, к слову, составляет целых 3 литра. Кроме того, данное устройство можно использовать и как аромадиффузор. Добавьте в воду немного ароматического масла и включите прибор. Дисплей с сенсорным управлением упрощает работу с прибором. Одним нажатием можно активировать функцию автоматического поддержания влажности. Верхняя крышка имеет специальное отверстие, которое можно вращать на 360 градусов, направляя поток пара в нужную сторону. А это складной дисплей, работающий в режиме проектора, имеющий вес всего 1,1 кг. Он чем-то напоминает вывернутый наизнанку зонтик с расположенным спереди проекционным экраном. Упакованный дисплей поставляется в небольшом жестком футляре. В рабочее положение устройство приводится нажатием на расположенный в задней части ползунок. В развернутом виде гаджет похож на LT-монитор с проекционным блоком сзади. Дисплей имеет диагональ 24 дюйма. Проекционный блок оснащен элементами ручного управления, с помощью которых регулируется яркость, фокус, увеличение громкости. Отдельно кнопка отвечает за переключение между обычным режимом и работой проектора в автономном режиме, который позволяет проецировать изображение на стену.
Процесс зарядки телефонов крайне утомителен и однообразен. Неудивительно, что люди постепенно переходят на беспроводные станции. Тем не менее, у олдовых вариантов еще остался порох в пороховницах. Они предлагают нам вот такую классную зарядку, которая не только быстро справляется с главной поставленной задачей, но и отлично поднимает настроение всем вокруг. А это очень необычный домашний питомец, который выполняет все функции стандартного человеческого друга, но в то же время питается не кормом из миски, а электричеством зарядной станции. Этому роботу-кошке характерны все повадки знакомых нам мяукальщиков. Он ходит, играет, вытворяет разные прикольные штуки. Но самое главное и интересное, вы удивитесь даже не в этом. Суть робота в том, что собирая и настраивая, человек будет изучать программирование. Хозяин сам сможет разобраться в теме установки кота, его повадок и прочего. Бутылки с какой-то жидкостью всегда находятся на столах людей во время праздника. Кто-то пьет водичку, другие выбирают газированные напитки, ну а третий тип людей выбирает что покрепче. В любом случае, когда содержимое опустошается, выбрасывать бутылки не стоит. Из них можно сделать безумно красивые и креативные украшения. Вот, например, такой светильник. Светящаяся лента устанавливается на пробку, помещается внутрь бутылки и делает из нее необычную подсветку. Это вообще какая-то ерунда, нужная для взлома замков. Вы удивитесь, но она реально работает. Прямо как дрель или электроотвертка, только сделана для взлома замков. Скажу сразу, какой бы крутой она ни была, заказывать ее, конечно же, не стоит. Только если для использования в домашних целях, и то вряд ли вы это докажете пограничникам. Но что же до самого девайса, то сделан он качественно, в комплекте есть море насадок под разные ситуации. Все компактное, легкое, быстро заряжается, а также интуитивно понятно применяется. Это беспроводная зарядка, которая идеально подойдет для всех тех, кто пользуется продукцией Apple, ну а если говорить точнее, то для любителей айфонов, часов и AirPods. Плюс данной зарядки в том, что ее можно установить вообще как угодно, треугольником, слоями или же просто разложить в одну линейку. Во всех случаях устройство будет идеально заряжаться. Поможет им не улететь, к слову, магнитная основа, которая четко держит как телефон с планшетом, так и миниатюрные часы с наушниками. Сенсорный выключатель штука непростая и как минимум довольно дорогая, тем не менее этот вариант плевать хотел на стереотипы. Он доступен, легок в установке и настройке, а также шикарно функционирует. Выключатель можно установить куда вам будет угодно и пользоваться им можно как по сенсору на самой панели, так и через умное устройство по типу смартфона. Все моментально срабатывает и не подвисает. Это необычные наушники, которые называются Native Air. Они приходят в очень оригинальном практичном кейсе, удерживаются внутри него магнитом. На ножках нанесены белая и красная точка, это левый и правый наушник соответственно. Фишкой модели является прозрачный корпус, плюс они очень удобно сидят в ушах и не выпадают, даже если вы будете трясти головой. О звуке говорить сложно, тут все индивидуально, но по словам производителя, они уделили особое внимание басу и низким частотам, чтобы насытить звук самыми яркими и впечатляющими нотами. Управлять же всей этой красотой можно через смартфон, смотреть уровень заряда, регулировать эквалайзер и так далее. А это часы от Xiaomi. Их корпус создан из стали с сонным напылением. Сталь обеспечивает конструкцию невероятной надежностью, а специальное покрытие не позволяет царапаться и стираться. В механизме предусмотрено 19 камней, а частота движения механизма составляет 21600 раз в час. Стекло на часах стойко к ударам и тем более к царапинам и мелким повреждениям. Уровень прочности сапфир 9 степени. Если вдруг вы находились в поиске идеального помощника за рабочим столом, то я вас поздравляю, вы его нашли. Это красивое устройство выполнено в форме буквы G. Оно совмещает в себе беспроводную и быструю зарядку, довольно неплохие колонки, потрясающую RGB подсветку, а также функцию будильника и показа времени. Все это сочетается в отличном современном стиле и подходит для любой комнаты. Если вы пользуетесь Apple Watch, то вы непременно сталкивались с целым рядом проблем, когда неудобно ответить на звонок, потому что мокрые руки, когда не получается сделать нормальную фотку, ибо нужно лезть на часы пальцем, ну и так далее. Так вот, именно для решения этой проблемы был придуман ремешок Mudra Band. Он позволяет управлять часами при помощи пальцевых жестов. Когда вы намереваетесь пошевелить пальцами, электроды Mudra Band считывают нервные сигналы, посылаемые вашим мозгом через запястье к пальцам рук. Установленные датчики SNC фиксируют их, в то время как алгоритмы с применением машинного обучения расшифровывают структуру сигналов и определяют, какие пальцы приводятся в движение. Таким образом, каждый щелчок или каждое сжимание руки может отвечать за что-то свое. По-моему, это очень удобно, любители умных часов точно оценят.
А это солнечная зажигалка, которая покажется интересной и привлекательной даже для тех, кто не курит, как минимум из-за своего необычного внешнего вида и принципа работы. Итак, в комплекте к ней идут две мини-пружинки. Все собирается в небольшую тарелку, диаметр зеркала 98 мм. Сделано оно из пластика с металлизированным покрытием. Работает это так, что в верхнюю пружинку нужно напихать чего-нибудь горючего и сухого, а затем направить зеркало на солнце. Солнечные лучи отразятся от сферического зеркала, сконцентрируются на вашем горючем материале, а потом вы вполне сойдете за призывателя огня. Зарядные кабели очень полезная в наше время вещь. Каждый пользуется каким-либо девайсом с выходом microUSB на USB, и этот кабель шикарно вписывается в обстановку. Он как раз обладает двумя этими выходами. Но главная фишка даже не в этом. Она заключается в его внешнем виде. Даже при дневном свете кабель смотрится ярким, а это вы еще не видели его в темное время суток. Там все становится еще более крутым и светящимся. Думаю, что даже незнакомый с этим товаром человек сразу поймет, для чего это нужно. Да, вы правильно догадались, это джамперы, ну или металлические ходули, называйте как вам удобно. В любом случае, эта штука позволит вам прыгать на 1.5 метра высоты, бегать со скоростью до 30 км в час огромными шагами по 2 метра, делать различные сальто и просто отдыхать с друзьями на свежем воздухе. Несмыслимые трюки обязательно привлекут внимание окружающих и принесут массу эмоций. При этом несомненная польза для здоровья и поддержания тела в отличной форме. Главное правильно научиться этим всем управлять, а это уже, как говорится, другая история. Каждый раз, когда у человека меняются планы на день, ему приходится корректировать прочие сопутствующие вещи, что-то открывать, либо закрывать, что-нибудь отключать или наоборот включать и так далее. Теперь, чтобы не тратить на все это свое драгоценное время, можно просто использовать вот такую умную панель. Она способна встречать вас в назначенное время открывающимися шторами, запускать дистанционно чайник, регулировать свет и даже реагировать на голосовые команды. А это милейший робот, которого зовут Луна. Он умеет распознавать лица, движения тела, объекты, жесты и голоса людей. Также говорится и про распознание эмоций. Луна не упадет с края стола, поскольку у робота есть различные датчики, оставляющие его в безопасности. Если вы задаетесь вопросом, зачем нужен этот робот, то он очень полезен. Например, он умеет чихать, чесаться, а также быть счастливым, когда вы его гладите. Если вам этого мало, то Луна сделает то, что не умеет ни кошка, ни собака. Например, на битбоксит вам крутой бит, позирует для фото или станцует. Светящаяся шайба звучит как минимум необычно, согласны? И нет, это не то, что необходимо для какой-то креативной игры в хоккей. Это шайбы для украшения дома или своего рабочего места. Все они приходят в довольно большом количестве, а управляются легко и просто благодаря пультику. Работают же шайбы на батарейках. Пульт позволяет регулировать их яркость, менять цвета, а также включать либо отключать дистанционно. Зимой особенно важно быть аккуратным и никуда не торопиться, в противном случае ты можешь рисковать собственным здоровьем и случайно поскользнуться. Чтобы избежать этого, можно либо закупиться противоскользящей обувью, либо просто усовершенствовать уже имеющуюся свою, например, вот такой цепью с зубцами, которая шикарно контактирует с любой поверхностью зимой. Эту штуку, так называемый пластимейк, нужно поместить в теплую воду на некоторое время, дать ему стать прозрачным и пластичным. Затем, чтобы начать с ним работать комфортно, выньте его из воды и дайте немного остыть. А теперь вы можете лепить из него все что угодно, творите, чините, наслаждайтесь. Чтобы сохранить на века ваши изделия, просто опустите его в прохладную воду и он затвердеет. Ваша поделка готова, а если она вам не нравится, просто поместите ее в теплую воду и попробуйте снова. А это очень удобная держалка для мыла, которая за считанные секунды крепится к любой поверхности в ванной комнате и благодаря магнитику удерживает мыло. Плюс конструкции в том, что ее не придется от чего-либо мыть, ведь все держится на магнитах без дополнительных поверхностей.
Moni 3 – это уникальное дополнение к вашему настольному монитору, которое позволит вам улучшить домашнюю или рабочую среду выращиванием виноградной лозы по краям экрана. Растущая система оснащена полным спектром света для выращивания, который можно отрегулировать, чтобы предотвратить блики во время работы. Подключается все это через обычный USB-разъем. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и участвуй в конкурсе на этот телефон. Итоги будут после 1000 лайков.